Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех тех, кто смотрит нашу трансляцию, всех сотрудников и преподавателей университета, всех гостей и, конечно, тех, кто сегодня в такой по-настоящему необычной обстановке станет магистром Южного федерального университета. Быть магистром – это почетно, это престижно и достойно уважения. У вас есть все основания гордиться своим университетом, история которого дала нашей стране прекрасных специалистов, чьи имена, дела, открытия широко признаны во всем мире. Ассоциация выпускников Южного федерального университета ежегодно пополняется талантливыми, неравнодушными и благодарными своей альма-матер выпускниками. Уверены, что вы продолжите эти славные традиции, приумножите достижения, с благодарностью будете вспоминать своих преподавателей и наставников. В 2020 году наш университет вошел в список 20 лучших университетов страны. И это неудивительно, потому что ЮФУ – это лучшие люди страны. Уважаемые магистры Института высоких технологий и пьезотехники, с приветственным словом к вам обращается доктор технических наук, профессор, директор института Анатолий Евгеньевич Панич. Дорогие наши выпускники, магистры факультета высоких технологий, к сожалению, обстоятельства не позволяют нам встретиться очно и пообщаться с вами. И в эти трогательные минуты расставания с вами вспоминается весь путь, который вы прошли вместе с нашим профессорско-преподавательским составом для получения тех необходимых современных знаний, которые позволят вам выстроить свою успешную карьеру. Будет ли это карьера инженера-разработчика, инженера-исследователя, инженера-системщика или инженера-менеджера. Но за эти годы, проведенные в стенах нашего факультета, вы стали нам родными, и нас всегда будут интересовать ваша судьба и ваши успехи. Поздравляю с окончанием магистратуры и от души желаю никогда в себе не сомневаться и не останавливаться на достигнутых успехах. Пусть впереди вас ждет еще более увлекательная, интересная и разносторонняя жизнь. Пусть все цели будут достигнуты, а мечты исполнены. Ведь магистр может все. Друзья, с приветственным словом к вам обращается профессорско-преподавательский состав. Очень жалко, что наступает тот миг, когда мы должны сказать друг другу до свидания, и то, что 1 сентября мы не увидимся вновь. За те годы, которые мы провели вместе, а с некоторыми из вас, я хочу напомнить вам, что мы были вместе 6 семестров, а это почти 3 года. Я увидел, как вы выросли, и то, что в том, что вы стали профессионалами, в том числе есть и моя заслуга. Я всех вас очень люблю. Вы моя гордость, и я надеюсь, что спустя время мы сможем спокойно смотреть друг другу смело в глаза. И я благодарен вам, что вы у меня были, и вы мои самые лучшие студенты. Я никогда вас не забуду, я помню всех вас по именам, по фамилиям. Тебя, Максим Сажин, тебя, Сережа Бурбелов, тебя, Наташа Солинова. И другие, я вас люблю, ваш ББ. Выпускники, вы преодолели очень важный рубеж жизни, и сегодня университет провожает вас в долгую и интересную дорогу профессионального роста. Пропуском в эту жизнь является ваш диплом, который позволит реализоваться и обрести любимое дело. За этим праздником стоит ваш многолетний труд и упорное движение к овладению профессиональными знаниями и умениями. Позади вас годы студенческой жизни, веселой, счастливой, наполненной радостью открытий и незабываемых встреч. Это замечательное время. Неповторимые моменты жизни на долгие годы сохранятся в душе каждого из вас. Впереди пора свершений, пора самостоятельной взрослой жизни. Вы вступаете в эту жизнь в очень сложное, но интересное время. Время масштабного внедрения новых технологических процессов, ускорения темпов инновационного развития, прихода века цифровых технологий, влияние которых вы смогли ощутить на себя в последнем семестре.
Образование является определяющим судьбе каждого из нас. Ведь уже завтра именно вы будете создавать новый мир, новое государство, приумножать славу и красоту нашей страны. Именно вам предстоит решить главную задачу – повышение научно-технического потенциала. Думаю, многие за годы учебы в университете поняли, что только настойчивость позволяет превращать мечты в реальность. Не отказывайся от своей мечты. Успех зависит только от того, насколько вы настойчивы и восприимчивы к новому. Желаю всем вам, нашим выпускникам, в это непростое время крепкого здоровья, счастья, энтузиазма, грандиозных целей и больших проектов. Желаю реализовать все, что было получено в стенах университета. Пусть ваш профессиональный путь будет продуктивным и перспективным. Вперед к победам и новым горизонтам. Пусть вас сопровождает любовь, удача и вера в свои силы. С праздником! Дорогие друзья! Магистры Южного федерального университета успешны не только в науке и образовании. Также ими покорены высоты бизнеса, политики, общественной деятельности, спорта, творчества. И сейчас вашему вниманию лучшие анимированные творческие силы Южного федерального университета. Уважаемые магистры, с приветственным словом к вам обращается президент Южного федерального университета Марина Александровна Боровская. Дорогие выпускники магистратуры Южного федерального университета, мы с радостью поздравляем вас с тем, что этот профессиональный этап становления в вашей жизни завершен. Но мы хотим сказать, что Южный федеральный университет всегда с радостью ждет вас для того, чтобы продолжить образование, для того, чтобы решить, собственно, те задачи профессионального становления, которые будут перед вами обязательно. Южный федеральный университет очень гордится своими выпускниками. Мы хотим, чтобы и вы имели право гордиться Южным федеральным университетом. Желаю удачи, успехов, процветания, профессионального признания и всего самого наилучшего и счастья в личной жизни. Уважаемые магистры, с приветственным словом к вам обращается ректор Южного федерального университета Инна Константиновна Шевченко. Уважаемые магистры, дорогие выпускники, сегодня у каждого из нас и всего Южного федерального университета особый день, в котором мы традиционно отмечаем выпуск магистров и вручение дипломов об окончании университета. Это большое событие, большая веха в жизни, и всегда в нашем университете это по-особому отмечается. Выпускной – один из лучших университетских традиций, и в этом году он проходит проверку временем и новыми вызовами. В условиях пандемии и ограничений, с ней связанных, этот праздник пройдет у нас в онлайн-формате. Но мы старались максимально приблизить его к реальным событиям. Конечно, нам не хватает человеческого общения, рукопожатия, радостных глаз выпускников, их родителей, членов семьи и всего нашего большого университета. В последнее время мы много работали над тем, чтобы совершенствовать цифровые возможности и обеспечить окончание вами нашего университета, освоение всех образовательных программ и в новых условиях, чтобы вы смогли успешно пройти квалификационные испытания. И вот они закончились. И сегодняшний день наступил. И, конечно, у нас, несмотря ни на что, всегда есть прекрасные поводы и основания, чтобы гордиться собой, нашим университетом. А гордимся мы нашими выпускниками. Вы с полным правом считаете себя высококвалифицированными специалистами, для которых прекрасное и престижное образование, полученное в Южном федеральном университете, становится путевкой в новую профессиональную жизнь.
и залогом карьерного и профессионального жизненного успеха. Теперь перед вами открыто множество дорог. Вы можете продолжить обучение, заняться наукой, и тогда, возможно, ваша жизнь будет связана с нашим университетом или с другой научной организацией или университетом в России и в мире. Или найдете себя в профессиональной жизни, дорогу в которой открыла учеба в университете. Но всегда окончание университета – это новые возможности. Я желаю, чтобы они не прошли в вашей жизни мимо вас. Но всегда помните о том, что университет закончить нельзя. С ним можно только расстаться на время. И пусть время обучения в Южном федеральном университете станет одной из самых ярких страниц вашей профессиональной и творческой биографии. Уверена, что вы продолжите славные традиции «Альма-Матер», приумножите ее достижения, с благодарностью будете вспоминать своих одноклассников и своих учителей. И всегда успехи и в мыслях, и в задачах вы будете возвращаться за свою парту, в аудиторию, в свою группу, среди своих друзей. Сейчас вы вступаете в жизнь, где потребуются все знания и компетенции, которые вы получили в университете, а может быть, которые еще нужно получить. Важно, чтобы у вас сохранялось желание и уверенность идти вперед, добиваться новых успехов, ставить перед собой новые задачи и быть успешными. Именно успехи ваши являются залогом будущего успеха и процветания нашего университета. Дерзайте! Успехов вам и свершений! Учитесь, трудитесь, любите себя, свою семью, свою страну. Счастья вам, здоровья, благополучия и удачи во всем. Ну а теперь мы переходим к вручению долгожданных дипломов. Ну а сейчас мы переходим к самому волнительному моменту – вручению дипломов магистрам Южного федерального университета. Для получения красного диплома на сцену приглашается Долженко Анна Олеговна, Дранкин Евгений Вячеславович, Жмайлова Наталья Борисовна, Колесник Максим Иванович, Ключникова Татьяна Александровна, Корниенко Богдана Ярославна, Котов Владимир Игоревич, Кравченко Екатерина Юрьевна, Кубах Екатерина Владимировна, Машреф Мухаммад Реза, Ракович Мария Александровна, Сабуров Алексей Андреевич, Симоненко Виктория Сергеевна, Смирнова Олеся Сергеевна, Соленова Антонина Олеговна, Тарасов Александр Леонидович, Чайкин Вячеслав Евгеньевич, Чеботарев Николай Александрович, Черепко Александр Витальевич, для получения диплома магистра на сцену приглашается Аванесов Артем Аркадьевич, Алетдинов Фадис Фердусович,
Анчутин Николай Александрович. Батаревич Дарья Евгеньевна. Бурбелов Максим Олегович. Гаврилов Иван Юрьевич. Гончаров Виктор Владимирович. Дейнега Александр Александрович. Дейнега Елена Викторовна. Джерихов Денис Вячеславович. Заболотний Евгений Сергеевич. Ицкарь Роман Александрович. Коваленко Илья Витальевич. Колегаев Борис Ярославович. Курносов Юрий Викторович. Лысюк Родион Романович. Новицкий Алексей Валентинович. Асламовская Татьяна Васильевна. Петряев Сергей Борисович. Сажин Сергей Леонидович. Самохина Ирина Владимировна. Ткачев Василий Сергеевич. Устименко Максим Игоревич. Чекулаев Антон Андреевич. Чигридов Константин Алексеевич. Осталось несколько мгновений до того, как вы станете полноправными магистрами. Остался последний ритуал. Настало время открыть себя новому пути и навсегда связать всех нас крепкими узами дружбы выпускников «Альма-Матер». На счет три мы подбросим шапочки конфедератки в небо и откроем новый этап нашей жизни. И все это под звуки всемирного гимна студенчества. Считаем вместе. Раз, два, три. Ура магистрам Южного федерального университета! Ура лучшим людям страны!
мое.